Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Бравланд. Давай зайдем сюда и посмотрим. Так, получить награду. Создайте или вступите в клан. Окей, я получил 20 кристаллов. Так, новое задание через 2 часа. Так, примите заклинание, ага, на ваши отряды. Ну что, пойдем в приключения. Так, мы с тобой остановились. Да, именно здесь. Вот я думаю, может быть, нам наказать вот этого голема попытаться. Блин. Ладно, я буду атаковать. У меня очень много стрелков, поэтому я думаю, что мы справимся здесь. Но мне кажется, вот этих нужно в первую очередь гасить. Хотя големы, да-да-да, именно големы тоже бесявые. Так, ну что, шмальнем разочек. Ага, так. Два. Тут можно, в принципе, сделать заморозку. Вот сюда. А вот здесь, наверное, можно сделать ослепление. Куда ты так близко-то подходишь? Опять не за свое, а? Так, ну-ка, что, если мы с тобой сделаем вот так? Да отвень ты, а. На. Кто у меня ходит? Стрелок. Завалили мы этого големища несчастного. Так, тихо. Давай попробуем сюда шмальнуть. Живой еще, да? Окей. Готов. Так, страх плюс заморозка. На тебе. Минус. Ну и остается у нас здесь один из душар. Все, ребят. Так, потеря. Ну, потеря есть одна. Это не страшно. Так, ну что, двигаемся дальше. Вот это что здесь такое, а? Золото 150%. Необходим минимум. Ага. Я не могу сюда, ребята, пойти. Потому что нужен отряд магов. Минимум три отряда типа мага. А у нас один только отряд типа мага. Окей, что я могу сделать? Только пойти сюда и атаковать вот этих вот гоблинов. Я с удовольствием буду их бомбить сейчас. Так, смотрим. Так, у них есть прощевики. Вот надо с них-то как раз и начинать. Зря я сюда заморозку сделал, потому что, ну, они и так не ходят слишком далеко куда-то. Надо заклинашку применить. Ну-ка, если я вот так вот сделаю. Ну, неплохо. Готов. Так, а если мы с тобой вот так сделаем? Ты смотри, что жучара творит. Правильно, бей своих, чтобы чужие боялись. Да и что ты будешь делать-то с тобой, а? Вырубили. Блин, так и хочется, ребята, использовать эту песню. Но я знаю прекрасно, что у нас бандитов нет. Поэтому кого мы тут будем с тобой усилять, ускорять? Да никого. Упал гоблинок. Так, тихо-тихо-тихо, не беги. Так, ребят, метку. Метку ложим сюда. И стреляем. Так, лучница. Лучник. Теперь сюда. И вот так. Четыре. На тебе, еще и страх наложили на него. На-ка. Слушай, ребята, здесь тоже великолепно у нас получилось. И еще один отхил. Так, ну что, следующий противничек будет у нас здесь. И это адепты-новички. Плюс два этих, как их звать-то? Крестьянина, точно. Так, я вот думаю, что нам лучше поставить вот сюда метку и сюда же шмальнуть. Окей. Также стреляем. Продолжаем стрелять. Есть. Так, слепоту. Слепоту можно вот сюда вот шмальнуть. Так. А здесь вот так вот.
Подожди-ка. А, мы не достаем. Мы не достаем. Куда ты побежал, голодранец? Тебе на месте не сидится? Окей. На. Так, нам надо вот этого, наверное, завалить. Теперь сюда. Добьешь? М-м. Какой ты жучара. Ах ты хлеборезка, а. Жрет он тут, понимаешь ли. Так, уничтожаем. Поехали. Меткий выстрел на 116. Неплохо. 64. 71. Тебе, парень, это не поможет. На-ка. Так, их 9. 6. 4. 2. Вот успел же кольнуть, а? Ну это фигня, ребят. Сейчас уровень, наверное, получим, да? Девятый уровень, ребята, мы с вами заработали. Нам будет какой-то подарок за это, нет? Получить награду. 1500 золота. Плюс нитки обычные. Обычная древесина. И обычный один крестьянин. Окей. Вот это кто такой? За каждого подстреленного нарушителя нам платят золотом. И проще всего работать отравленными стрелами. И яд все делает за нас. Ах вы говнюки. Это плохо, что у них яд. Надо их как можно быстрее. Коварный наемник гильдии убийц. Меткий стрелок. Так, их нужно как-то... Вот гаденыши, а. Ты гляди, что творит. Делаем тогда вот так вот. Добить его надо. Ну. Ты какой живучий, ты посмотри. Ну-ка, если мы здесь вот так сделаем, чтобы... Ох ты. Яд фурычит. Посмотрим, что у нас из этого получится. На. Промахнись. Этого убьем. Раз. Дальше. Вот этого теперь. Готов. Теперь того. Не так все просто и легко, блин, да? Шкуру вы вытащили из него. Ну, крестьяне эти фиг, что нам делают. Ну, хавают, конечно, да. И повышают себе атаку еще при этом. Давай, метка. Чем-то есть у нас посолиднее такое, а? Заряжено. Так а фиг ли мне это заряжено? Ничего не подходит. Четыре. Один. Ну, сейчас мы его добьем. Поехали. Ока. Добьешь, нет? Н-н. Сейчас ему крышка будет. Иди отсюда. Четверых мы потеряли. А сколько отхил будет? А, 4 вернули. Отлично. Так, а там какой-то у нас рыцарь. У нас какой-то впереди рыцарь поджидает. Блин, как же я не хочу этих духов валить. Блин, это плохо. Особенно вот эти вот. И замедляшки тоже, кстати, фигово. Не нравятся они мне. Поехали. Надо теперь вот этих, наверное, замедлять. Чё такие крепкие-то? Упс.
ослеплен, да, он отдуплился, а не ослеплен. Если вот так вот сделаем. Отлично. Вот, давайте между собой там делитесь. Да не подходи ты. Все-таки подкрался, да? Мы теперь не сможем здесь атаковать, к сожалению. Надо вот отходить. Пусть этого стрелять. Смотри, что творит. Ну-ка, если вот так вот. Чего он там делает? Блин. Понял? Восстанавливают они себе здоровье, понимаешь ли. Да убей ты вот этого призрака-то, ё-моё, что он такой? Страх. 107, ничего себе кританули. А чё это он два раза ходит, я не понял. Да на ты. Блин, совсем не нравится мне это. Кого тут бомбить-то надо? Вот этого, что ли? Рассыпался. Слушай, ну тут хорошо у нас получилось. Никого не потеряли. А нет, потеряли трех. Ну мы их быстренько восстановили. Так, следующая битва. А здесь у нас гоблины, и этот мелкий паршивец тут тоже. Гоблин с дубиной. Два даже их здесь. Угу. Где у нас прыщевики? Вот они. Естественно, их нужно в первую очередь носить. С этими мы разберем. Они, правда, хиляют, по-моему, да? Вот эти вот чушки-то. Сюда вот промашку поставим. На. Чтоб не попал по нам. Это попадет. Вот так вот, правильно. Чтоб вы там передрались друг с другом. Так, мы добить сможем с тобой? Чего ж так тяжело-то не разбирается? Объясни мне. Очень тяжело. Угу. Удар сюда. Блин, подошел. Успел все-таки дойти, а? Фиги, нам надо отходить отсюда. Добивай его. Ох ты. Зелье. Зелье огня, что ли, какое-то? Попробуем взять. Иммунитет. Двойной урон. Ты гляди, что творит. Двойной урон он себе взял. Готов. Дело дрянь. Ну-ка сюда. Так-с. Давай сюда заморозочку шмальнем. Кого-нибудь убьем мы или нет? Два. Давай вот этого добьем. Есть. Блин, пятерых. Пятерых шваркнули у нас. Блин, может быть, пока не поздно сбегать. Так. Просит самоцвет подарить. А у меня нет никаких самоцветов. Проиграл в рейде на босса. Что еще тут за рейды? Интересно мне знать. Какие-то боссы. Я еще, видимо, и не дошел до боссов. Даже не видел их. Так, в городок. Зайдем в городок. Экипировка у нас норм. Вот с армией. Так, подожди, мы можем с тобой открыть сундук этот. Так, обычный. Обычный. Обычный.
Пираток мало. Почему этот у нас показывается, что он маг? Интересно. Тринадцать, да, у нас этих лучниц. 13. 14 стрелков, а здесь 13. Теперь, кстати, уже мы их догнали. Можно вот этих убирать и этих ставить. Мощь. Да, 2200. А если мы поставим обратно? 2300. Значит, этот стрелок будет покруче. Может быть, вот эту убрать? Подожди, подожди. Чё тыкает-то у меня этот стоит уже персонаж? Сейчас, секундочку. Так а мне и менять некого. Придется вот так вот все равно оставлять. События. Где вот этих вот гоблинных милевары? Я не пойму. Но говорю, вернись на карту. Где они тут на карте, эти гоблинных милевары? Стоять! Вы находитесь во владении культа пламени. Все нарушители будут пойманы и казнены, хотя вы-то до казни вряд ли доживете. Такой, блин. Деловой такой. Не знаю, ребята, давайте попробуем. Одурманенный при помощи магии латник. Нифига себе, стальной щит, стойкость разума. Каменный боевой алтарь, построенный искусным инженером Храброземья. Каменный атакующий алтарь препятствия. Блин, на этих-то надо валить сразу же. Отравлять будут, а, шлепки, а. Как нехорошо. Чего? Зашибись, я тебе скажу. Блин. Что-то надо делать, ребята. Что-то надо как-то с ними разбираться здесь. Ослеплен. А, им пофиг, что ли? Мне не нравятся эти узбеки, которые подходят здесь. Попробуем сделать так тогда. Этого, я думаю, мы сейчас уничтожим все-таки. Так, минус ворюга. Минус отравлятель. То ничего себе он лупашит. Ты ведь... Блин, вот это вот, конечно, бесит. Ну что это такое, а? Да ты иди ты в сторону-то, господи. Добьешь? Хрен нас там ты добьешь. Вот этого еще нужно как-то валить. Хотя бы одного. Ну и давай. Есть, осел. Оборзевшая, смотрю, морда, а? Этих вообще там мало осталось у нас. Надо этого... Я чё, я траванул, блин. Надо будет бежать куда-то. Или армию нам с тобой переделывать, или я не знаю. Офигеть. Есть. Попробуем сейчас по-быренькому с тобой вот этих вот ушатать. По-быренькому, видимо, не получится, да? Ух. Что это за урон такой? Поехали.
Эти алтари еще так просто не подбить. Сопротивляется очень много здоровья, да? Так, минус. Давай этот теперь уничтожим. Ну давай, ты уничтожай. Как вы долго, а? Все. О, да. Потери такие. Ну, немножечко восстановили армию. Чуть-чуть. Все равно этого мало. Ох ты. Ты гляди-ка. Тут у нас что открылось. Давай посмотрим, что у нас вот тут есть. Может быть, кого-то дадут? А вот здесь что такое у нас? Рыбалка пополнит ману на 15 единиц. Еще и нитки поймали. Так, давай, давай, некоторые заключенные за небольшую плату. Кто нам достается? Да ладно, всего один стрелок. Так, здесь. Вот чё. Как он дорого стоит, а? Полторы тысячи. Вы издеваетесь. Так, а здесь мы с тобой не смогли, по-моему, пройти? Или что? В чем проблема вот здесь вот у нас? Прощай, все дела. Так а почему не атаковать? Атаковать, конечно, ребят. С прощей мы сразу уничтожим, надеюсь. Тут, блин, правда, животные. А, их тут 12 аж. Твою налево. Что-то я не увидел, что их там столько. Это еще и медведь. 8, промахнись. А этот-то не промахнется уже. Крестьянин фигов подошел, а? Ах, как сделать? Это придется, наверное, вот так вот все-таки убивать этих ближников, ребят. Сюда здесь перейдем. Еще вытворяет. Кольнул все-таки, а? Волчара позорный. Ты что делаешь? Эй! Блин, я не могу ничего сделать, потому что этот мне заградил путь, а? Да убить вы этого волка-то несчастного. Опять трешняк какой-то пошел, а? Ну что ты будешь делать? Что ты там? Фига ты. Медведь этот восстановил себе здоровье и довольный бежит. Попали, короче, с тобой в катавасию, блин, в ту еще. Так, ладно. Давай сюда зарядим. 8 осталось. 4. Давай, наверное, сюда шмальнем. Проблема за проблемой, я. Медведя надо убивать, потому что он жесткий. И это помню прекрасно. Блин, всех этих растеряли, а? Я в шоке. Ну давай убьем, в конце-то концов. Блин, не хватает чуть-чуть.
Давай так попробуем сделать. Блин. Давай, стреляй. Хейкаешь мне тут. Так, 4-1, да, остался? Один. Так, добиваем. Раз. И сюда. Вот гуманоид, а? Трындец, 24 потеряли. И никого не восстановили. Просто никого не восстановили. Зашибись. Нормально, я тебе скажу. Кланы, что в кланах? Что тут у нас? Подарить. Собирайте звезды в дуэлях и заданиях, чтобы улучшить сундук клана. В конце недели все кланы смогут собрать приз. За сбор дуэльного сундука 8 звезд за каждые 20% уничтоженных существ. В дуэли, в онлайн. Так, события, заклинания. Что у нас тут? Обычная стрела какая-то огненная. И это у нас есть. Другой герой, что за другой герой? Так, хотите открыть группу в Facebook? Так, а смысл, я подписался и ничего не было. Ладно, не в этом суть, сейчас в другом немножко. Мне нужно поменять отряды. Может быть, вот эти взять. Блин, ну они с одной звездой, ё-моё. Лучники. Мне кажется, надо лучника. Видишь, этот хорош тем, что он может, ребята, делать промахи на врагов. Ладно, пока ставим. Он делает промах на врагов, и они не могут, первый ход они не могут попасть. Это большой плюс. Так, а что тут у нас? Можно мне глянуть? Я просто не помню. Так, победить, используя особый отряд героя. Золото 200%. А мы же вроде бы здесь были уже. Ох ты, смотри, какие у нас тут. Чувак с тесаками с такими. А нифига он ходит далеко как. Чух-чух-чух-чух. Пират такой. Угу. А вот это что значит? Не пойму я. Ладно, сюда перейдем. И стреляем. Это же отрава. Отрава. Пускай получает отравление. Там, правда, один ход, по-моему, два хода, я же не помню точно. Ускорение сделал себе, нифига ты. Так, ну что, давай посмотрим, как этот поваренок. Ого, уворот. Так что же вот это такое-то, а? Это тут и елозит. Ну-ка, прощевик. Это мало. Это мало, мы нанесли урона. Кто ходит? Ага. Лучник, да? Ну, в ближнем бою, конечно, эти лучники. Так, что он там? Двойной урон.
Волк, конечно, бомбит великолепно. Я в плане того, что критует вообще божественно. Скелету достается. Ну-ка, отойдем. Сделаем так. Еще шмальнем. Так, спрошу. Дотянулся все-таки, а? На тебе. Волк вообще красавчик. А что вот это такое? Ага. Вот что, он бросает еду, короче. Любому может подкинуть, да, чтобы кто-то перекусил. Да, волки не ожидал, что они такие вот дамагеры. Круто. Что, он меня закутал, да, что я не могу ходить теперь? Такой кок, повар-кок. Давай иди сюда. Все уходит, елозит, елозит, а? Ты посмотри на него. 43. Так, ядовитая стрела. Давай вот так сделаем. Отлично. Добьешь ты его? Молодец. Умница. Так, если это вот этот паршивый цветок. Куда ты там деваться, тебе все равно некуда. Будешь сейчас отгребать по полной программе у нас. Ворот. Вот это мне нравится, что у него уклонение есть. Это, конечно, классно. Так, награда. Аж 752 монеты. Вот это я понимаю. Не тысяча, но почти. Так, здесь у нас все. Тут что у нас? А, это наем, да? Тут я нанимать никого не хочу. Я вот не знаю, лишь бы... Блин, подожди, лишь бы... Или вот сюда пойти, или вот сюда пойти. Я, наверное, пойду против мечников вот этих вот. Ну, в принципе, да, думаю, стоит. Два отряда лучников. Так, крепкий воин, искусно обращающийся с мечом. Я понял. Меткий стрелок с равнинных земель. Угу. Ходят еще первыми гаденыши, блин, а? Посмотри. Не я хожу первым, а они. Так, ладно, давай меточки понатыкаем. Так, 5. Повышаем себе атаку. На тебе. Так, заморозку вот сюда, наверное, на этого мечника поставим. Чтобы он еле-еле ходил там. Туда он поставим ослепление. У-у-у. На тебе. Такой из-под тишка вылез. Промах. Ну это фигня, да, что он там сделал. Так, давай, наверное, в мечника теперь будем стрелять. Крепкий утырок. Ты посмотри, а? Есть, разложился. А этот повышает атаку себе. Понял? Шивый крестьянин, что творит? Так, подожди секундочку, сейчас посмотрим. Блин, здесь мне ничего не сделать. Давай так сделаем. Надо выручать нам нашу команду. Этих добить надо. Стоит тут над душой. Всегда бомбят в того, кого больше всего, ребят, я заметил. Вот если той армии много, то они именно вот именно в стрелков этих моих стреляют. Все, добиваем. Так, теперь остаются у нас эти лучники.
Да ты еще ближе-то подходишь. Готов. Так, промах. А, ему крышка все равно. Ослеплен. Ну, не такие большие потери, но все равно хотелось бы без них обойтись. Что вот это такое здесь? Победи командиров и получи приз. Победи всех командиров и получи знаменитый красный клинок. Вы сейчас прикалываетесь, да? Столько чего, я не справлюсь. Не-не-не, давай выходите сюда, это какой-то бред. Пойдем сюда вот наверх. Атаковать. Блин, опять два лучника и два кузнеца. Угу. Буду сейчас молниями с ними бомбить. Так, ладно. Начнем потихонечку. Давай свести свою песню. Свирестили свои. Заморозочка. Так, промах на кого поставить-то? Давай на этого, наверное. Ослеплен. А, так, секунду, вот так он. А, я не достаю. Готов. Огуречек. Шмаляем. Так, кузнеца хотелось бы вырубить, чтобы он не успел. И он не успеет воспользоваться. Ну куда ты? Блин, девчулю не трогайте. Давай продолжаем. На тебе. Слишком близко подошел парень к нашей границе. Так, 5, 2. Перекусить надо было еще и... Так, это терпимо, ребят. Но эти лучники не особо сильны, как я погляжу. Поэтому их бояться даже не стоит. Все равно вот одного, ну надо было, да, у меня стырить бойца. Готов. Уровень будет, нет? Вряд ли. Ну да, вряд ли. Так, ну теперь посмотрим, что у нас там наверху. Что вот здесь. Блин, вот этот монах как-то меня напрягает. Монах вот этот вот. Сейчас телепортнется, так ведь? Нет, он здесь не телепортируется, а почему? Ты что, борз... 7. Этих 7 здесь, ё-парсоте. И монахов, блин. Ох, тут, по-моему, ребят, нам лучше сматываться. Я только сейчас увидел, что 31 крестьянин. Куда тут, ё-моё? Я не знаю, попробуем, конечно. Сколько этих я не увидел? 31 крестьянин, блин, плюс 7 лучников. Получил по башке. 165, нифига ты дамажишь. Парень, давай-ка вот сюда вот бросим. Фигня полная, ребят. Ну монаха, ладно, фиг с ним. Монаха мы с тобой, наверное, убьем, наверное. Бомбит, конечно, он тоже будет здоров. Это вот гипноз или что это? Это называется гипноз не сработал. Ты не опухли, блин? Не знаю. Мне кажется, здесь фейл будет.
Допустим, так сделаем. Сейчас подойдет еще и кольнет. Эх, вшивики, а. Не могу, да? Не могу. Минус монах, допустим. Минус монах. Дальше что нам с тобой делать? 31 крестьянин, это, ребята, далеко не шутки. Смотри. 6 энергии. Плюс отравление повесили. 6 энергии. Что я могу за 6? Что это такое за 6 энергии у нас? Повышает урон отряда ближнего боя. А это накладывает безумие на отряд. Безумие, блин, на отряд накладывает. Да ну, мне кажется, мы здесь не сможем разрулить. Здесь, наверное, убегать надо. Это бесполезно, ребят, здесь драться с ними. Просто бесполезно. Мы же с тобой никого не потеряли, да? Кстати, нам нужно в городок отправиться, посмотреть, может быть, что-то можно скрафтить нам нового, нормального. А то с этими тряпками бегаем с тобой, с авдеповскими. Так, экипировка. Купить. Так, на 11 уровне. На 10. Вот, а, нет, не хватает тряпок. На 15. Ну, пока мы ничего не можем вообще сделать. Ножик вот этот можем купить, конечно. Купим давай нож этот, фиг с ним. Да, наденем новый предмет. По крайней мере, у нас с тобой будет и мощей побольше, и магии. Маны, точнее. Блин, я до сих пор применить заклинание не могу. Трэш. Видишь, тут есть такие. Искать. Искать это только вот этих. А что за дуэли? Да приз за 8 звездочек. Давай посмотрим, что, ребят, за дуэли. Я хочу глянуть. Я так понимаю, ты с реальными персонажами, с реальными игроками будет, да, дуэль? У меня, правда, отряд такой, тебе скажу. Вшивенький. Нет, нет, нашли, я думал, проблема будет. Ты гляди-ка. Ага. А сколько там, я не вижу, сколько у него этих. Все, вижу. Давай-ка так сделаем. Метку шмальнем. Так, выстрел. Минус. Заморозка сюда пойдет. Так, ослепление, да? Давай сюда. Так, а у нас тут пробирки, оказывается, я их только сейчас увидел. Минус адепт. А если я автобой по... Ну-ка. Автобус здесь не работает, ребят. На арене. Слушай, а, нет, мы здесь рейтинг. Я думаю, мы и опыт будем получать. А, нет, почему? Опыт тоже получаем. Слушай. Так, получи награду. Воу, 2000 золота. Пробирки какие-то. Так, ткани и
Крестяшка. О, вам доступен новый герой Чародей Пламени. Так, новый герой. Это в армию нужно заходить, да? Подожди. Это не в армию нужно заходить, это герои. Так, а его нужно купить еще. Повышает мораль отрядом Академии Огня. Снижает мораль отрядом Северян. Академия Огня не приносит... А, не переносит присутствие северян и гномов. Плюс 5% урона всем магам. А вот это что делает? Плюс 5 здоровья всем бойцам. Повышает мораль отрядом разбойников. Снижает мораль отрядом королевства. Разбойники не приносят присутствия. Вот оно что. Так, ну ладно. Мы пошли с тобой... Подожди, что я делаю-то? В городок, ё-моё. Нам дальше нужно дуэльку сделать. До приза, смотри. В бой. Мы можем с тобой сейчас... Так, сила вашей армии на 2% меньше минимума для уровня 10. Отряд Калипса заполнен 6 из 7 необходимых. Возможно, попадание на слишком сильного противника или повышение... Чего? Меньше минимума для уровня... То есть для своего уровня, ребят, я дрищ. То есть мне нужно подкачаться еще, так сказать. Слушай, а мы же что-то можем с тобой... 10 уровень, да, у нас? 10. Мы на 10 уровне что-то новое должны получить. Так, тут на 11. Ага, вот, видишь? Пояс воина. 230 создаем, конечно же. Так, мы успешно создали пояс. Амулет на 15 уровне. Ну, давай хотя бы пояс оденем. Блин, экипировка, я уже забыл. Я уже забыл, как ее одевать. А вот это что такое? 15 дней. Открыть. Камень заточки. А когда он откроется, это камень заточки? Случайное элитное существо. Герои. Сменить облик. За 2000 рун ты можешь сменить облик. Сюда, по-моему, да, нам нужно. Так, ножик у нас с тобой стоит. А вот можно это продать? Нет, нельзя. Улучшить. А как тут? Хотите? Нет, 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 нет. Я если хочу улучшить, то... А можно вот это улучшить, нож? Плюс 20 к атаке. А плащ? Да фиг его знает. Деньги-то как бы, по идее, нужны, ребята, потому что, ну... Отряд, все дела. Ну, ты понимаешь, да? Погнали, блин. Слабачки мы с тобой. Нам сказали, у тебя на 2% отстает армия, так что иди гуляй. Опять нежить, опять големы. Нежить и големы. Вот эти вот противные сейчас будут травить нас. Почему постоянно враг уйдет первым, а? Давай влуплять. Так, метку. На. Замедляху. На голема. Чтоб медленнее ходил. Так, слепоту. Хоп. А это попадет. И траванил, гаденыш. Слушай, она нежить, по-моему, не распространяется. Вот это вот. Видишь, безумие не работает на него. Смотри, что творит, а? Чертила. Офигеть. Рухнула. Поехали. Нужно валить тогда быстрее. А как ты быстрее завалишь их? Быстрее ты их никак не завалишь.
как вы ходите-то далеко? Я не понимаю, блин. Не дадут они нормально мне, ребят. Уничтожить их просто-напросто. Не дадут. Подошли вплотную. Ну и чё? Потеряем сейчас, да? Нет, пока еще нормуль. Вот, встал. Теперь и этот заблокированный. Этим вот и бесит. Теперь придется вот в ближнем бою, ребята. Дальники дерутся с ближниками. Может, нам действительно с тобой взять кого-нибудь из танков? Потому что у нас только дальники одни стоят здесь. И вообще ближников нету. Ни одного ближника, прикинь. Мне кажется, это неправильно. Взять какого-нибудь нормального танка, который может держать очень много дамага, принимать на себя. И все, и рулить им. Например, вместо кого? Я даже не знаю, вместо кого тут взять. Вместо вот этого можно было бы, наверное. Да что ты не падаешь-то никак, а? Хлыщ ты этакий. Сказал, упади. Нифига. 26, что за урон такой детский, а? 357 монет. Так, восстановили львиную долю наших персонажей. Давай попробуем все-таки поставить кого-нибудь из танков. Армия. Так, мы можем открыть. Обычный, обычный, обычный. Ну вот этот чувак на 4 звезды, блин. Самый крутой по звездам получается. И самый ватный. Крестьяночка взять, что ли? Вот, вот что мы с тобой возьмем. Уберем вот этого поставим. Этого уберем. Так вот я сделаю. Посмотрим. Правда, эти маги лучше, конечно, идут под магического перс... Ох, ёк, макарёк. Тут викинги, варвары, кузнецы, всякое шелупение. Яростный воитель, ценящий звонкую монету. Повышение атаки. Да. Что творят, а? Так, ну-ка дай-ка я применю доступно через один раунд. Так, ну раз через один раунд, мы сделаем тогда вот так вот. Шмальнули. Заморозили. Промах. Промах. Ярость сработала, да, получается? А чё ты так... Чё ж ты так жидко строчишь-то, парень? На-ка. Вот. Пошли, монах. Я удивлен, монаху нужно, блин, в ближнем бою бомбиться. Ну, это, конечно, вообще что-то с чем-то. Так, секундочку. Угу. Блин, попадают. Нашли, на ком оторваться, на маги. Теперь попробуем шмальнуть. Еще было бы прикольно, если бы он возгорание получал бы. Но жгет он неплохо, я тебе скажу.
Совсем неплохо. Куда ты? Угу. Блин, ну монах, конечно, очень много. Ага, вот ты как делаешь, да? Свой поджог. Добьешь? Нет, не добил. Все, ушатали. Минус. Так, не хватает теперь вот этой слепоты. Блин, маг он, конечно, хорош, но... Ну, разбирается он с полтыка. Так, сколько у него? Три отрядика, да, получается? Три человечка. Нет, маг это огня, это не тот. Я думал, он будет сильнее. Я уровень-то, кстати, не посмотрел, какого у него. Вот этот вот монах, да, этот крутой монах. Тут не поспоришь. Так, лечение, минус 28 монет. Не так уж и страшно, в принципе, 28 монет на лечение забрали. Давай менять. Не нравится мне монах наш. Вот этот вот. Не хочу, не хочу. Так. Может быть, мало этих. Крестьяне тоже как-то. Тут 22. Давай возьмем. А, он однозвездочный. Ладно, пускай будет. Пускай будет. Погнали. Он, по-моему, хлебушек может кушать, да? Восстанавливать себе здоровье. Блин, вот против призраков. Ну тут. Тут, друзья, надо дальников брать против призраков. Абсолютно всю армию нужно брать из дальнобойщиков. Ну, я имею в виду не дальнобойщики, которые гоняют, а именно дальний бой, именно отряд, который строчит. Вот так. Я думаю, так вот будет эффективно. Хотя не тех лучников я взял. Ладно, фиг с ним. Попробуем. Обычно мы берем с тобой лучников бандитов. Так, ну что? Пронзающие стрелы. Эти... Это у нас лекари же, да? Насколько я помню. Так, хорошо. Хорошо мы, кстати, этому печатаем. Угу. Промахнись. Ты ж у нас промахиваешься. Так, вот здесь вот надо попробовать. Получилось. Захомутали. По башке дал своим уже. Так, ладно, этого уничтожаем. Теперь вот этого, наверное. Готов. Эх, все-таки дошел. Так, ну их осталось тут трое. Сейчас попробуем с тобой разобраться вот с этим вот духом. Я надеюсь, это мне зачтется, как применить заклинание на свой отряд. Дай в лоб ему. Не дал. Двойной урон. И звезда не лечит. Вот взяли моду-то вот эту вот. Двойной урон, а это посмотри. Так, шмальнули. Кольнули. Блин, не добили. Лежит, отдыхает. Давай сюда. Так, четверо. Опять двойной урон, а? Отойдем. На тебе. Прекрасно. Так, залечились. Сейчас будет тут какой-то джин у нас огненный.
Ну-ка проверим, кто это такой вообще. Нас призвали в эти земли, чтобы творить зло и разрушение. Впрочем, не все сразу. Начнем с уничтожения небольшого отряда пилигримов вроде вас. Такой уверенный в себе хмырь. Ты начнешь с уничтожения пилигримов? Ну давай, хлыщ. Может быть, я начну с уничтожения элементалей? Демон-прислужник из преисподней. Магическая атака, призрак-поджигатель. Призрак-поджигатель? А ты, братинь, уверен, что ты успеешь что-то тут поджечь? Я что-то в этом как-то сильно сомневаюсь. Поджигалка еще, как говорится, не выросла. На. Может, все-таки успеть что-то сделать? Ну-ка-ся. Он демон, да? А если мы сделаем вот так с тобой? Сработала ярость. Хорош подходить сюда. Стоять. Нормально. Шмаляем. Так, меткость. Кому тут понизить? Вот этому, может быть. Ого, а вблизи-то они бомбят нормально. На тебе. По-своему же так и надо. Промах. Так, 45. Надо было пронзающей стрелой же шмальнуть. Так, трое. Так, сюда, на тебе. Блин, отнял все-таки одну, а? Единичку. Эй-эй-эй-эй-эй, что-то вы как-то тут разошлись, ребятушки, не на шутку. Давай-ка завязывайте с этими приколами. Так, 6 4 1. Добивай. Так, досочка, деревяшка нам досталась. Отняли, а? Но мы же восстановим в конце, да, насколько я помню. На здоровье. Тут главное, чтобы отряд не потерять. На тебе. Добивка. Так, что это такое, я не знаю, ребят. Вернем же эти две единички, да? Вернем. Опыт, конечно, что-то очень мало опыта дают нам. На следующем уровне мы будем... Ох ты. Ох ты. Вот это кто тут у нас? Опять вы? Опять вы, блин? Атаковать. Сколько вас тут хотя бы? Давай глянем. Эти бегут как сумасшедшие просто. Тропышки фиговые. О, тю-тю-тю. Это бандиты, это разбойники. С большой дороги. Ярость. Безумие. Так, поехали. Так, шмаляй. 5 3 1. Так, безумие. На каком безумии это висит? На пирате, да? Правильно, вот так вот, хоп-хоп. Пускай тут между собой немножко подерутся. Получил прикладом, так и надо. Стреляем пронзающей стрелой. Так, у нас с тобой есть еще. А, он уже десятку стоит. Ну-ка. Прекрасно. 3 3. Здесь 2. Готов, хлопчик. Давай сюда. Нет, этот не дойдет, он слишком медлительный.
А, это не разбойник. Это не разбойник, на него не распространяется. Ага, присел на горшок. Так, этого сейчас с тобой есть. Блин, надо было меткость ему понизить. Чё ж я тупанул-то, а? Тупанул чутка. Так бы меткость бы мы сделали, и все, ребята, и можно было бы спокойненько расстрелять. И он бы нам ничего не сделал. Ну ладно, и так, в принципе, неплохо. 128 опыта. Мало-мало. Что это за... Какие-то, не знаю, пепел получаем или что это у нас? Так, глянем. Так, вражеский отряд. Атаковать. Возможные трофеи. Мы с тобой набираем трофеи, набираем, а... Куда их тратить-то, эти трофеи? Не пойму. Опять ты. Ох ты, ёк-макарёк. Ребята, ты посмотри, сколько их здесь. О-ля-ля, а как я тут? Я фиг знает. Может быть, нам сбежать, пока не поздно, а? Я лучше покину по-любому. Ну, сам видел, там 35, извини меня, 36. Куда мне там с ними тягаться? Никуда. Так, ну что, друзья мои, я, наверное, на этом сегодня закончу серию, да? Увидимся уже в следующей и продолжим играть. Тут вот хлыщ какой-то нас впереди поджидает. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.